Приветствует канал Фортуна. Сегодня у нас Т40. Жун, всем известная модель аналога металлоискателя. Сделаем небольшую видеоинструкцию. Ну, самая главная проблема, с которой стыкается, это баланс грунта начинающие пользователи. Не столь, скажем, легко понять новичку или вообще человеку, который даже переходит с прибора с экраном на обычный прибор, понять, как делается баланс грунта. Ну, тем более с простых приборов. Что я советую, получается. Завести все значения вот здесь, альметов, до щелчка, диск левел. Это само собой, пока прибор не включен, сенситив. Здесь LT диск левел тоже, трешхолд тоже. Ну, и баланс грунта там, поставьте себе посерединке. Это значение по, скажем, тональности озвучки, как то его называют, можно оставлять посерединке. Дальше приподнимаем катушку, включаем сам прибор, догоняем где-то до 9-10, я обычно где-то ставлю на 10, вполне помех нету, все нормально, можно работать. Дальше что мы делаем? Нам надо вот трешхолд довести до того уровня, когда начнется издавать уже фон, ну, стабильный фон, так скажем. О! Есть фон. Дальше у нас есть заранее подготовленное чистое место, где мы знаем. Становимся на это место. Выжимаем триггер, вот впереди он, вперед. И начинаем качать. Сантиметров 15-20. Ик 2-3 сантиметра. И крутим регулятор баланса грунта, пока прибор полностью не успокоится. Еще есть какие-то похрякивания, видите? Ну вот. И советую сразу вот этот переход найти, дальше не закручивать. Потому что это будет уже неправильный, так скажем, баланс грунта. Вот я пустил, да, триггер. Выжимаем, откручиваем до той поры, пока пошел фон. Сейчас мы докрутим, доберемся к ней. Вот есть фон у нас. И крутилочкой успокаиваем. Я обычно так успокаиваю, чтобы были небольшие похрякивания. Вообще такие минимальные. Мне кажется, это все-таки добавляет глубины. Хотя, еще под вопросом. Все, докрутили, вот у нас успокоился. Дальше, что мы делаем? Переходим Вирон. Если хотите там отсеивать больше по диск-левелу, например, там фольга более коррозийная, проволока, то советую ставить вообще здесь на фойл. И здесь значение тоже. Фойл можно чуть выше приподнимать. Это режимы дискриминации отсева мусора. Вы можете их потестить, просто подобрав некий мусор там с черного металла, либо там цветного, которого надо отсеять, и крутить их до обычного положения. Дальше, трешхолд. Трешхолд, видите, мы ним воспользовались, но ним еще дальше можно пользоваться. То есть, когда вы ходите прибором непосредственно, можете дать небольшой фон, который вам нравится, он добавляет фона. И на самих звучаниях, сейчас что-то мы найдем, какой-то сигнал. Это идет отсева, наверное, черный какой-то поищи. О, нашли черный сигнал. То есть трешхолд, он более делает шумным прибор, скажем так, по фону самой работы. Но зато, мне это кажется, на некой предельной глубине цели вы можете лучше определять, что там действительно что-то есть. По дискриминации сказал, по чувствительности понятно, чем больше дадите, задача дать максимум, но чтобы прибор не давал ложных срабатываний, и убираем. Я обычно где-то хожу на 10,5-11. Вот я убавил до 10 в данном случае. Ну и сама тональность, как видим. Я поменял тональность, если вам нравится такая, работаем на такой. Мне лично нравится, когда закрутить максимально вправо. Если вам нравится средний тон, работаете на среднем тоне. Бесит средний и тот тон, ну, переключаемся вообще в другой режим работы, как видите, совсем другая озвучка по тональности идет. В принципе, все. Дальше задача. Нашли центр, триггер вперед, когда мы отжимаем от себя. Вот так. Это баланс грунта на себя. Это определение центра. То есть, нашли цель. Выжили. Есть. Отпустили. Ну вот, в принципе, все, что касается этого прибора.
Всем спасибо за внимание.